Так, почему приказы не выполняем? Снимите с этой сладкой парочки показания как можно подробнее. Пусть по минутам расскажут, как жили последние сутки. Вы в контору, товарищ капитан? Да, у меня еще дела. Рома, выжми из них все. Капитан. Ну? Не там вы ищете виновных, а прекрасно это знаете. Вообще, чего добиваетесь? Да просто я хочу, чтобы вы, уважаемые частные ищейки, поняли, наконец, к чему приводят ваши игры в детектив. И уехали отсюда. Чем быстрее, тем лучше. Больше никаких пожеланий нет? Выполняю. Поехали в отдел, Вань. Приказ есть приказ. Ром, мы поедем на нашей машине. Ты с нами. Ну, вдруг мы сбежим. Ты же спокойнее. Ладно. Останься здесь. Поехали. Понял. Поехали. По-моему, ваш капитан с самого детства до сих пор в зорницу играет. У него не было детства. Давай, Ром, расскажи мне все по порядку. Ее обнаружили в 7:30. Тетка заметила, что из кустов ботинок торчит. Угу. Потянула, увидела, заорала, сбежались люди. Все следы, естественно, затоптали. Угу. А что эксперты? По предварительному заключению, смерть наступила между 00:30 и 02:00. Точнее, скажут после вскрытия. А свидетели? Соседи слышали крик около часа, но никто не обратил внимания, потому что в этих местах это часто случается. Подожди, а что ее мать? Я ее вообще не видела. Она пришла с работы с ночной смены, самой последней, практически перед вами. Увидела дочь, закричала и упала в обморок. Ее отнесли домой, вызвали скорую, сейчас сидят там, отхаживают. То есть, когда убивали Веру, матери дома не было, да? Нет, ну как вам это нравится, а? Ведь это я вас должен допрашивать, а не вы меня. Рома, спокойно. Сначала мы тебя, потом ты нас. Никому не обидно. Так, ладно, поехали в отдел. Потому что первое, что потребует от меня Атаманов, это протокол вашего допроса. И чем подробнее он будет, тем у нас у всех будет меньше проблем. Поехали, мы же обещали. Развлечемся, Маша? Жора, ты знаешь, где милиция? Очень смешно. Поехали. Как ты резко тормозишь, Жорик? Ну что, тебе особое приглашение нужно, что ли? Вань, ты напиши там капитану Атаманову красивых слов, а я пока к Чуприным съезжу, ладно? Как съездишь? Что, без предупреждения, без звонка? Ага. Ты хотя бы позвони, вдруг его дома нет. Я не подумаю. Он мне сейчас не нужен. Мне нравится ход ваших мыслей. Ладно, давай. Жорик? Ага. За Машей присмотришь? Естественно. Меру ответственности, понимаешь? Какие вопросы? Тут только аккуратнее. Ладно, давайте. Ну что, Жорик, к Петру Аркадьевичу? Как скажете, Мария Алексеевна. Спасибо. Что тебе надо? Что ты все время здесь вынюхиваешь? Сейчас ребятам скажу, они тебя на куски порвут. Сегодня ночью убили Веру Черепанову. Входи. Так что там случилось с Верой? Ее задушили. Мы разговаривали с ней вчера. Девочка явно была не в себе. Мне даже показалось, она очень что-то хочет мне рассказать, но боится. Смертельно чего-то боится, понимаете? Понимаю.
А вы не думали о том, что могло произойти с вашей дочерью? Что привело ее к такому состоянию? Думала. Много думала. Даже очень много. А теперь вот, чтобы не думать, вот. Когда Юля поехала в Москву, мне совсем стало нечего делать. Но я выпивала, а что еще остается? Муж целыми днями на работе, волноваться за него поневоле алкоголичкой стал. А почему вы так за него волновались? А вы как думаете? Мой муж бизнесмен, но только отчасти. Потому что весь его бизнес построен на криминале. Убить его могут в любую минуту. Да, я понимаю. Давайте вернемся к Юле. Когда Юля приехала на каникулы, я перестала пить. Зачем, если дочка рядом? Радость была недолгой. Почему? Сначала все было как прежде. Юля была добрая, приветливая девушка. Потом она стала пропадать. Она даже не ночевала дома. Вообще делала, что хотела. Все вопросы игнорировала. Я не узнавала свою дочь. Галина Викторовна, а с кем общалась ваша дочь? С Верой, с Генкой Майерсом. Ну, поначалу. И потом. Как-то я была во дворе, она подъехала на какой-то машине. Как он выглядел? Лет 35, здоровый такой. Татуировка на плече. Татуировка какая? Кажется, летучая мышь. Скажите, а он сразу уехал, как Юля вышла? Нет. Кто это тебя привез? Таксист. Ну, судя по всему, вам больше нечего мне сказать, да? До свидания. Спасибо, Галина Викторовна. Выпьешь со мной? Нет, простите, я на работе. До свидания. Жорик, поехали в районную больницу. Ты где? Еду в райцентр встречаться с врачом Юлей. Как там Галина Викторовна? Все то же самое. Только, знаешь, вот еще одно. Как-то раз Юлю к дому подвозил мужчина лет 35. На плече у него была татуировка в виде летучей мыши. Летучая мышь? Это что, спецназ? Ты меня спрашиваешь? Я понятия не имею. Так, ладно, звони мне каждые полчаса, ладно? Зачем? Чтобы я знал, что с тобой все в порядке. А я думала, ты даже полчаса не можешь прожить без моего голоса. Маш, ну я и говорю, чтобы я знал, что с тобой все в порядке. Пока. Ром,
Не будет наглостью, если мы сейчас заедем к Татьяне Григорьевне? К Татьяне Григорьевне? Ну, мама Веры Черепановой. Я понял. Интересно, а что ты нового хочешь у нее услышать? У меня такое ощущение, что вчера мы с ней не договорили. Долго еще? До райцентра минут 10. Через минут 15 будем в больнице. Да ты что творишь, гад, а? Ты что творишь? Скотина, сволочь. Гад, да что ж такое происходит-то? Ты что творишь? Я помогу вам. Давайте руку. Дайте мне руку. И вот эту. Вот так вот. Вот так, вот так. Вот. Умничка. Умничка, молодец. Идемте. Жорик, там ему тоже нужна помощь. Обязательно. Слышите? Обязательно. Чего вы уставились? Помогите человеку, быстро! Нужно позвонить лейтенанту Воронкову. Обязательно. Ивану Андрееву. Конечно, позвоню. Вот сюда клади. Ну что, ментам звоним? Нет, сначала в скорую. Лейтенант Воронков. Пульс есть. Алло, скорая? Примите вызов. Вы знаете, она всегда была хорошей девочкой. У нас всегда были хорошие отношения, но последнее время ее словно подменили. Она стала не моей девочкой. Она стала словно быть чужой. Как это проявлялось? Она перестала меня замечать. Как будто меня нет. И в глазах у нее было презрение, что ли. Татьяна Григорьевна, что могло случиться, чтобы так изменила Веру? Это я не знаю, я правда не знаю. Она вдруг перестала приходить ночевать. Могла прийти в 2 часа ночи. В 5 утра. Могла исчезнуть на 2 дня из дома. Могла не предупредить, если где-то задерживается. И я думала, что это все издержки возраста, перебесится и все, но... Но с каждым днем становилось все хуже. Она будто заболела. В какую-то минуту мне показалось, что она мне хочет все рассказать. Все, что ее мучило. Я должна была ее выслушать. Но я боялась ее спугнуть. Я все ждала. Я боялась лезть с расспросами. Я все ждала. А она не успела. Татьяна Григорьевна, простите нас. Нам надо идти, нам пора. Я вспомнила. Она с кем-то говорила по телефону. Она сказала, что они снова должны все вместе встретиться в пятницу, в полнолуние. Где встретиться? Это очень важно. В лесу. На поляне. На какой-то поляне. На солнечной.
На Солнечной поляне, а точнее. В лесу? На Солнечной поляне в пятницу они снова должны все вместе встретиться. Это правда все. Ромыч, какой у нас сегодня день недели? Пятница? Да. Да. Да, я с Ваней. Все, выезжаем, да. Районное шоссе. Это недалеко. Через 10 минут будем там. Районное шоссе, гони. Мария Алексеевна. Мария Алексеевна, выпейте это. Что это? Это очень хороший коньяк. Он мгновенно поставит вас на ноги. Пейте. Мы знакомы? Нет, мы не знакомы. Но я очень много о вас знаю. Кто вы? Меня зовут Владимир Васильевич. Давайте поговорим. О чем? О вас. Мне все о вас интересно. А что вам интересно? Все, абсолютно все. Где вы работаете? Чем вы занимаетесь? Скажите мне. Извините. Это ненадолго. Да. Ты идиот, что ли? Ты хочешь, чтобы нас здесь всех накрыли? А кто виноват? Я виноват. Значит так, никакой самодеятельности, понял? Она никуда не денется. Я говорю, она никуда не денется. Прекратить все, пока я не скажу об этом. Ясно? И никакой самодеятельности. Свободен. Мария Алексеевна, давайте с вами поговорим. Расскажите мне, чем вы занимаетесь в своем городе? Вы работаете, осторожно, в частном сыскном агентстве? Кто ваш начальник? Андреев? Тот, с которым вы приехали? Кто нанял тебя? Чуприн? Развернись пока. Уголовный розыск. И? 2 часа назад вы ехали по районному шоссе и стали свидетелем дорожного происшествия, так? Дальше что? Дальше вы проявили гражданскую сознательность, оказали помощь девушке, пострадавшей в аварии. Зовут девушку Мария Зимина. Мне кажется, это нормально. Неужели вы бы поступили иначе? Поступил бы так же. Но дело не в этом. Свидетели показали, что вы собирались ее отвезти в районную больницу, повезли совершенно в другом направлении. Вы как-то быстро нашли это направление. Свидетели запомнили номер вашей машины. И вычислить ваш адрес – это просто дело техники. Рома, где она? Я решил помочь человеку, подлечить ее народными средствами. Я спрашиваю, где она? В доме. Проходите, пожалуйста.
Направо, пожалуйста. Ваня. Машуня, как ты, моя хорошая? Голова очень сильно кружится. Сама поднимешься? Поехали отсюда скорее. Давай, давай помогу. Так, сейчас, подожди. Давай левый. Вот, хорошо. Угу. Теперь правый. Умница. Ну, Ром, давай. Давай, Рома. И никуда мы не торопимся, тихонько. Но? Ой. Что такое? Дай я попробую. Пошли. Аккуратнее здесь. Опа. Вообще цела? Угу. Так, держи. Так получилось, а? Как ты позволил ему себя увести? Объясни мне, а? Он напоил меня какой-то гадостью, ага. И я поплыла. А потом мы приехали к нему в дом. Мне было все равно. Какое-то время я спала. А потом, когда пришла в себя, он дал мне коньяк, что-то туда подмешал. Мне тоже было все равно, я выпила. Голова только очень сильно кружилась. Было какое-то странное состояние. Потом, кто-то ему позвонил. Угу. Он вышел, а я палец себе прищемила ящиком от комода. Угу. Зато пришла в себя. Угу. Ваня, он все знает. Да я сразу, когда его увидел, понял, что он персонаж нестандартный. А что именно он знает в машине? Что мы сыщики. Так. Что нас нанял Чуприн. Так. И он знает твою фамилию. О как! Ну-ка, разворачивайся. Не надо. Почему? Да потому что ты ничего не докажешь. Ну, Ром, успокойся. Он добрый человек, участливый. Не оставил девушку после аварии, привез домой. Оказал и первую медицинскую помощь. А это все остальное – это следствие шока, травмы, аварии. Понимаешь ли? Так разворачиваться мне или нет? Нет. Вань, а вы узнали, кто он? Да. Крепень Владимир Васильевич 3,5 месяца назад приехал сюда на постоянное место жительства. Больше про него мы ничего не знаем. Ваня, у него татуировка на плече в виде летучей мыши. Помнишь, Галина Викторовна говорила, что ее дочь Юлию провожал какой-то мужчина точно с такой же татуировкой? Черт, может, развернемся, а? Рома, у тебя нечего ему предъявить. Успокойся, ради бога, а? Взяли бы, приезжали бы как следует, все бы рассказал. Если ты надавишь, он свалит, мы его вообще не найдем. Нам доказательства нужны, понимаешь, доказательства. А если ты хочешь чем-то заняться, серьезно, то возьми анализ крови у Маши. Я хочу понять, какой дрянью он пичкал. Это сделай. Ром, а где Жорик? Жорик в больнице. Ну, Жорика мы чуть попозже обязательно проведаем. Тебе нужно восстановиться. Отдыхай. Ладно? Держись. Машунь. Ты как, моя дорогая, а? Честно? Чё-то паршиво. Не знаю вообще, зачем я кровь сдавала. Сил никаких нет. Зато завтра утром мы будем знать, какую гадость тебе вкололи.
А это улика. Одна из. Сегодня полнолуние. И что? У этих кретинов полнолуние обострение. И они устраивают что-то вроде шабаша. Вера с кем-то по телефону об этом говорил. Так, я с тобой. Ну, посмотри на себя. И не волнуйся, мы справимся без тебя. Да перестань, пожалуйста. Все, что мне было нужно, это сладкий горячий чай. Ты же только что умирала. А я хочу с тобой. Ты на работу, и я на работу. То есть ты хочешь сказать? Я абсолютно здорова. Тогда я даже не знаю. То ли руку тебе пожать, то ли выговор объявить. Лучше просто поцеловать. Мне поставь, мне. Ром будет через 5 минут. Это Рома. Далеко еще? Почти пришли. Стоп. Асмодей! Бафомет! Люцифер! Сатана! Они говорят, возлюби ближнего. Почему я должен возлюбить его? Не отдаст ли это меня в его власть? Отдаст! Да! Кто вы? Вы дикие прирожденные звери? Да! Главное для нас – это наши инстинкты! Да! Мы ни с кем не будем делиться нашей добычей! Нет! Да будут прокляты кроткие, ибо унаследуют угнетение! Да! Редкий урод. Застрелил бы, не задумываясь. Знаешь, могу тебе одолжить свой табельный пистолет. Снимешь его отсюда? Не искушай, потому что хочется очень. Только им, только вам принадлежать будет власть! Да! Каждый из вас сверхчеловек. Ничтожества, которые окружают вас, недостойны дышать с вами одним и тем же воздухом. Они недостойны ступить на пыль, на которую ступала ваша нога. Каждого. Твоя! 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 Помните! Помните, за вами будущее, а не за этими ничтожествами, которые хотят из вас сделать себе подобных! Повторяйте! Я хозяин! Я хозяин! Я хозяин! Я хозяин! Я хозяин! Я хозяин! Слава сатане! Слава сатане! Слава сатане! Слава сатане! Маш, ты видишь этого Майерса Генку, да? Вижу. Вот он твой. Я беру Антона Точильского. А мой кто? А ты выбирай, у тебя табельное оружие. Слава сатане! Слава сатане! Лицо стоять! Ай! Ай, дура! Отпусти руку! Вас гораздо больше! И вы сильнее сделайте их! Не дергайся, урод! Я тебя убью! Уже пробовал? Ай! Что тебе надо? Отпусти! Не дергайся, покалечу. Маш, ты как? Отлично. За что ты Ощепковых убил? Я? Ты. Товарищ капитан. Продолжайте. Я просто поприсутствую. Отвечай на вопрос, Ген. Да я не убивал. Не убивал я их. Да? А вот твой друг Антон утверждает, что это именно ты их убил. Врет он. Это он их убил. Действительно он? За что? Да просто так, понимаете? Чтоб проверить, тварь ли он дрожащий. Как Раскольников, значит. Федор Михайлович, наверное, в гробу переворачивается. Угу. Да при чем тут? Он просто хотел проверить, сверхчеловек он или нет. А ты? Что я? Тварь дрожащая? Или право имеешь?
Да я вам точно говорю, что это он их убил. Наши все об этом знают. У кого хочешь, спросите. А что с Юлей Чеприной случилось? Владимир Васильевич, вождь в смысле, он немножко перестарался. В каком смысле перестарался? Понимаю, что из-за него ты уже одной ногой на зоне, а? Короче, он поил их каким-то отваром, таблетки там какие-то давал. Ну, чтоб расслабить. Зачем он это делал? Ну, со всеми новенькими так делал. Это ритуал. Ну, чтобы они освободились. До этого все время прокатывало. А с Юлькой... Я так думаю, что он перестарался с этими препаратами. Что за препараты? Да я в этом ничего не понимаю. Хорошо. Больше ничего не хочешь добавить? Да я больше ничего не знаю. Тогда вот тебе листик. Ручка, пиши имена, фамилии, адреса тех, кто участвовал с тобой в одной этой банде, ну, секте. Я не знаю всех адресов. Пиши те, что знаешь. А Щепкова, да. Муж и жена. Старенькие уже. Я их убил. Выпил бутылку водки, взял топор, пришел к ним и убил. Они так кричали, просили не убивать. А я бил топором. Остановиться невозможно. Один раз ударишь, и все. Не остановишься. И никто не остановит. Я их убил. За что ты их? Пьяный был, а в мозгу как обухом. Ты сверхчеловек, ты можешь. Они ничтожество, они не имеют права жить. Свою невесту тоже ты убил? Нет, я бы признался. Но Аду я не убивал. Кто это сделал? Вам задали вопрос. Вы знаете, кто это сделал? Да. Кто? Ищите сами. За свои грехи я отвечу. Не перед вами. А в чужих грехах разбирайтесь сами. Только что с сатаной дружил, а теперь решил грехи замаливать? Это не ваше дело. Нет, наше. А что это ты решил из себя козла отпущения делать? Ты, значит, будешь грехи замаливать? А убийца твоей невесты будет на свободе гулять? Да он просто дурак. Кто? Генка Майерс. Он когда узнал, что я о Щепковых, как с цепи сорвался. Все хотел, чтобы им... восхищались. Хотел меня переплюнуть. Одного убивать мало. Двоих, ну и что? Троих кишка тонка. А вот мою невесту, она же непосвященная была. Не рассказывал я ничего. Тогда в беседке рассказал. Она ругаться стала сильно, кричать. Я плюнул и ушел. А Генка мимо проходил, он все слышал. Я вышел, он вошел и убил. А мне потом говорил, что все нормально. Что она непосвященная и могла всем все рассказать. Просто фантастика. И Верку тоже он удавкой. Говорил, что не нравится она ему в последнее время. Что ему кажется, что она хочет всем все рассказать. Я случайно... Случайно я не знаю, как это получилось. Я болею.
Я сумасшедший! Я болен! Болен, вы слышите? Я болен! Я не хотел их убивать! Я не знаю, как... Я не знаю, как это получилось! Я не знаю, я не... Я не знаю... Мне плевать на все, что у вас есть против меня. Вы мне что пытаетесь инкриминировать? Игры с молодежью на свежем воздухе? Ребята, кто кого убивал, сами разбирайтесь. Я их этому не учил. Что они пишут в своих показаниях? Я приказал им это сделать. Чушь. Сегодня утром мы получили результаты анализов крови, которые взяли у меня после того, как я побывала у вас. Там найдено большое количество сильнодействующих наркотиков, а также препараты, подавляющие волю, с кратковременным действием на центральную нервную систему. Вы этим поили Юлю Чуприну? Послушайте, кажется, это вы попали в аварию. А может быть, вы находились в состоянии наркотического опьянения? Может быть, вы сами мешали водителю? Ребята, на ваших обвинениях любой адвокат камня на камне не оставит. Марья Алексеевна, кто плетет паутину, чтобы потом поймать мух, и не только мух? Четыре буквы, последняя К. Fine. Паук. Подходит. Приятно иметь дело с профессионалами. И нам. Тебе я не завидую. И что? Ему все сойдет с рук? У нас на него ничего нет. Нам нечего инкриминировать. Боюсь, что в этом случае закон бессилен. Да плевал я на ваши законы! Всю жизнь плевал и правильно делал. Да я такими делами ворочаюсь, что ваш закон мне ничего не может сделать. Ничего! Я пить бросила. Ты это к чему? Просто сказала. Ладно, вам пора ехать. Да, я тоже так думаю. Спасибо, вы хорошо поработали. Спасибо. Жорик вас отвезет. Спасибо. Поехали. До свидания. Всего вам доброго. Какие люди? И без гипса. А я думала, ты в больнице. Да, на мне все как на собаке. Здорово. Здравствуйте. Привет, рада тебя видеть. Жорик, ты музыку сразу выключай. Мы двое суток не спали. Пожалуйста. Давай. Жорик, давай домой, а?
жить этому сектанту. Не даст ему Петр Аркадьевич небо коптить. Да? Ну, спейте, спейте. Thank you.